отряд терапии сосуд, многих в Асклепионе очень знаком из-за того, что мы начали лазерную операцию 20 лет тому назад. Как одни из первых, можно первые в мире, мы пользовались этой терапией, а потом мы работали с раздельными видами лазеров. У нас теперь почти 7 раздельных видов лазеров, которые мы пользуем на разные диаметры и краски сосуд. А сегодня мы не только пользуемся лазером, но и радиотерапией, и у нас специальная технология, с которой мы пользуем так называемый бонд или клей, которым мы лечим эти сосуды без операции, без того, чтобы человек был в больнице, а он может заниматься спортом тем самым день. Это выгодно специально для наших клиентов из, например, России, которые приезжают из-за этой терапии и в тот самый день могут вернуться домой, или в Карловых Варах, которые подойдут эту операцию где-то в пятницу и в субботу, в воскресенье уже могут снова принимать балнеотерапию. Наш отряд специальный в том, что у нас комбинация очень опытных врачей, которые 20 лет пользуются этими специальными технологиями, которых в другой клинике в Средней Европе просто нет. Я бы считал Асклепион одним из 5 самых больших центров в мире, которые занимаются модерной терапией вариксов или сосудов на ногах. И у нас не только опытные врачи, но и очень молодые перспективные, которые работали в отдельных странах мира, которые прошли тренингом в Соединенных Штатах Америки или в Германии, а сегодня они развивают новые подходы. Для нашего клиента выгодно в том, что это не так дорогие терапии, а не должно много дней или месяцев лечиться, и можно эти терапии комбинировать с активным стилем жизни, и там релативно мало последствий. В классичной операции много клиентов имеют какие-то пигментации на ногах, которые потом мы должны лечить лазером, а могут быть какие-то шрамы на ногах. А все эти рисковые с новыми технологиями или их просто нет, и они минимальные.